Так, запись пошла. Итак, друзья, еще раз повторяю, кто не понимает, что происходит на нашем канале, перейдите, пожалуйста, в видео по ссылке, посмотрите первое видео серии по обучению торговли на рынке Форекс. Начинаем учиться, поэтому посмотрите, пожалуйста, первое видео, и там вы все поймете, там я все рассказываю, что мы делаем, что происходит. Вот, и все поймете, и тогда переходите к просмотру следующих видео. Итак, поехали, друзья. Поехали разбирать канадец. Так, давайте с дневки будем искать. Ой, уровень сильный, хороший уровень. Прям где цена торгуется по канадцу. Где цена сейчас торгуется. Прям вот так. Смотрите, раз, два, три, три касания таких четких. И тут тоже отбой от этого уровня, цена полезла вверх. Да, канадец хорошо по этому уровню работал. Вот, давайте смотреть следующие уровни. Так, дверь прикрою. Так, вот я вижу и следующий уровень. Есть, есть. Как говорил Сашка, есть на жопе шерсть, хоть небольшая, но густо. Вот он уровень. Два касания достаточно до уровня. А тут у нас три, даже и четыре. А какое у нас тут это... Да, вполне себе уровень 400 пунктов, 380, 350 пунктов. Вполне себе уровень, между которым цена может ходить вверх-вниз. Так, поехали дальше. Что у нас здесь пониже? Есть что-то на дневке? На дневке пониже. Ой, какой красивый уровень. Но сильно низко, конечно. Прям очень сильно, 1000 пунктов. Но давайте его проведем, чтобы не потерять. Проведем его, чтобы не потерять. Вот он у нас красавчик. Раз, два. Тут с пробитием. Три. С люфтиком. Четыре. Хороший. Пять. Тоже с люфтиком. Плюс-минус 70 пунктов. До 90 пунктов. Ну, есть уровень. Там более детально посмотрим, что там с ним творится на меньших там фреймах. Давайте искать вот здесь. Нам нужен промежуточный уровень. Если цена развернется, нужен здесь уровень. Вот что-то похожее на уровень. Да, это есть уровень. Зеркальный. Цена как сверху на него падала и отбивалась, так и снизу ударялась. Потом продолжалось дальше падение. Третья свеча. Вот он. Вот он, красавчик. Так, вниз мы нашли, но у нас-то цена идет вверх. У нас разворот. Разворот по тренду получается. И цена пошла вверх. Раз, два, три, четыре, пятый день. Немножко был откат один день. И на пятый опять. И уже пробивает она у нас этот уровень, который раньше не смогла пробить, от которого пошел откат вниз. Так. Давайте смотреть, что у нас тут по верхним уровням. Вот у нас был уровень. В двух местах, в трех. Он подтвердился. Проводим его. Есть такой. Раз. Два. Здесь с легким проколом был. Здесь тоже цена пошла вверх, потом пошла вниз, потом с пробоем этого уровня почти дошла до этого, как вы видите, здесь откатилась. То есть уровни работают, цена между ними ходила. Тут ничего у нас. Тут выше.
ничего тоже. Один удар здесь. А вот здесь сильный уровень. Вот здесь сильный уровень у нас. Посмотрите, где он находится. Сорок два, 650, наверное, или 642 600. Да, круглая цифра, наверное, 42 600, а это просто напросто легкие прокалывания были. Но опять же, на дневках тяжело искать так уровни из-за того, что пунктов в свече в дневной пунктов много. Чуть если увеличить, будет лучше видно. Так, 42 620 оставим уровень. Так, в принципе, с дневкой мы справились. Пошли на часик. Смотреть, что у нас тут на часике. Так, бензина у нас хватает сегодня хорошо. Вот, как вы видите, уровень локальный у нас проведен хорошо. Удар, ложное пробитие было, потом хорошо цена пошла вниз. В принципе, АТР свой отработала. А, погодите. АТР у нас вот отсюда идет. Нет, АТР вниз не отработала. Даже половину не отработала. 350. Вот, но потом развернулась вверх. И вверх отработало хорошо. Да. На весь АТР. И вверх, и вниз. Но, как вы видите, вверх тоже АТР подтвердился. Цена прошла после пробития уровня. Но, конечно, стопы глубокие позабирала. После ложного пробития. Ну, в принципе, эти уровни можно оставить. Перейдем на более мелкий таймфрейм. Посмотрим, что тут творится на более мелком таймфрейме. Пятнадцатиминутка. Цена у нас отбилась от уровня нашего проведенного. Пошла вниз, пошла к средней. Средняя АТР лягла под среднюю АТР, и здесь еще дала 220 пунктов. В принципе, здесь вот где-то можно было бы заходить. Была консолидация цены. Лучше, конечно, здесь заходить, да. Тут я полностью согласен. Но это разворотная модель, тяжело ее торговать, отбои от уровня. Лучше, ну, тут ложный пробой был, конечно. И вот тоже, видите, как здесь тоже отбой. Ложный пробой, говорю, ложный отбой. Ложный пробой торгуется хорошо. В принципе, нормально, этих уровней достаточно. По канадцу достаточно. Переходим к австралийцу. Австралиан доллар.